Ну чё, народ, я кое-как смог разобраться, что вот этот дятел никакому не форту, просто так. Короче, задание читать нафиг не надо. Знаете, вот всегда меня тут корили, ты не читаешь задания, поэтому ничего не знаешь. Вот я вам прочитал задание и ни черта не смог найти. Вот вообще. В итоге надо смотреть по карте. Где отметка, туда и бежать. Все. Так. Тебе удалось свернуть наши припасы. Да, вот они. Выбери награду. Так, кольчужный коев. Клановый шлем. Я лучше вот это вот выберу, чтобы быстрее бегать. Так, молодец, теперь быстро ступаю к Торстену, скорее всего, будет. Так, Клован, ты должен предупредить его. Так, стрелочка есть, побежали. Так. Да, пришел предупредить. Так. Меня сюда послал Дак, я пришел предупредить тебя о ближайшей опасности. Полик, успокойся, какой опасности. Ты говоришь, солдат, атаковавший Медерлей собирается атаковать этот форт своими основными силами. Надо подготовиться к прибытию этих засранцев, возьми дрова и зажги сигнальный огонь на сторожевой башне. Так, мне тут вообще что-нибудь дали хотя бы в подарок? Такой вопрос скромный. Дрова надо здесь? Специфически еще дрова, да? Дальше у нас тут сигнально. Отметку можно, в принципе, и так посмотреть. Поднять жопу, сам пойти зажечь. Так, топор у нас не для колки дерева, где? И топор сюда переставим. Значит, у нас будет топор, здесь у нас будет... Так, кирка. Так, у меня два топора, да? Проф мне не нужен. Так, урон 67. Это и зачем мне нужно, ну ладно. Так, а что будешь делать ты? А я буду ждать, да? Куда дальше нам бежать? Вон туда. Это гильдии. Много с него, конечно, всякого, ну ладно. Так, о! Амунит, какая прелесть.
Я когда до конца тут убью, а добил. Так, еще здесь есть что-нибудь? Копнуть-то. Про что-то видеть я. А, вон сверху хп есть. Так, мы, в принципе, добываем сейчас вот эту вот хренотень. Как меня это убивает, честно говоря. Кем подраться-то хоть есть? Дайте хоть. О! Кого я вижу? Медведятина. И Фаня, он сумер. Он лупит. Об чего? А. Часть туши медведя не прочиталась чешуя, думаю. Ну все, приехали, блин. Медведи с чешуей. Не видно, то есть на какую клавишу я нажимаю, что-то не выделяется цветом, это очень, мягко сказать, неудобно. Так, получено 80 опыта, получено лимонит. Жалко, что я вообще все что угодно не могу копать. Любое дерево рубить, вот это вот меня немного напрягает. То есть довольно-таки скудно сделано здесь. Не скажу, что это меня прям устраивает. Строится здесь тоже, походу, в определенных местах можно, или вообще нельзя. Я еще ни одного домика не видел. Но я так подозреваю, здесь не все так хорошо, как будет. Будем впендюривать ловкость, а лопаты у меня нету, а от глинки бы я сейчас не отказался. Так, мы хоть костер можем сварганить? Прям. Ну, часть туши кабана очень мило. Так, а... какой тут мелкий интерфейс дебильно неудобный, это капец просто. Клановый мех. Одеть смогу, ух ты, ел упала. Одна это что у нас? Часть гусиная, это мне не важно. Может, у меня не получилось костер создать? Стоп. Здесь еще она и портится.
Ладно, запомню. Ну хоть не так быстро портится. Так, ну нас здесь надо будет как-то импровизировать между ближним и дальним боем. Так, блин, нет, судя по всему, я костер так и не смог сделать. Ну, здрасте, еще и везде, не везде смогу его разместить, да? Прелестно. Пошли. Так, жареная дичь. Нет, жареная говядина нет. Короче, здесь костер, только костер. Я понял. Жалко. Так, лопату-то... А я вряд ли смогу ее сделать. Хотя, в принципе... Каменный-то инструмент я должен уметь делать. Оружейное дело. Слепо, рукоятка. Посох пилигрима. Блин, класс. Это оружейное, погоди. Копка и металлургия. О, кусок железа не... Так, охота и фермерца, так, инженерное дело, что ли? Костер, сосновая доска. Лопату-то сделать в оружейном деле? Нет. Тут мы только мечи можем делать. Бронная шлема. Инженерное дело, костер, длинные гвозди, доски сосновые будем делать в массовом количестве, но это не сложно. Так, лопата новичка. А, вот, нам нужны сосновые доски. Давай-ка создадим их штучек 10. Так, давай-ка мы ее куда-нибудь положим тогда, эту лопатку. Лопата, ты где? Ага. Ну, нож я вот куда-то сюда выложу. Так, цифра 5. Так, меня все-таки лопатой били эти бандюганы, я понял. Ну, давай глину добывать. Пригодится, это нужная вещь. Там уже непонятно, это одна кучка, блин, или 5. Вопрос такой любопытный. Понятно, это, блин, одна кучка всего лишь. Отстой. Так, надо потом по игре почитать, если здесь какая-то защита PvP-PvE. Потому что потому начинается на У. Плану, я желанием как-то не горю. Еще пока не понял, буду я вообще играть в эту игру. Побродить здесь я не откажусь. Пока в безопасной зоне. Ну, ладно, один лимонит.
Да, в эту игру заходить, только вот так вот поколбасить камушки. Пока что на первое время. Так, ой-ой, пассивные способности. Неудержимый эффект поглощения вашего персонажа заменяется на ошеломление. Способность птичков не может быть развит далее. Инстинкт выживания. Когда здоровье? Удар щитом позволяет атаковать. Так, метки, сильные атаки, ножом вызывает 10-секундный. Так, жнец, урон двум целям одновременно при атаке в полную силу. Да, принять. Необходимое для вызова лошади. Да у меня лошади-то еще, блин, нету. Это вот мне пригодится. А, мы можем даже сбросить. Любопытно. Так, мы вот дерево нигде здесь не можем найти. Вот это мне что-то как-то не очень нравится. Как-то здесь обажно все. Деревья целая тонна, а дерево пособирать нигде не могу. Странно это показало. Так, у нас здесь есть фанатики. Ой, это что за хренотень? Мне восстанавливается. Я против него, да? Вообще. Так, потеряли я все шмотки, это раз. Интересный волчара, слушай. Мне понравился. И я возродился хрен пойми где. Это я вообще где? Не, шмотки я свои не теряю. Что мы тогда теряем? Или это от другого игрока мы можем шмотки потерять, только не от Неписи? Зайти в домик не можем. Что за отстой? Я тут зашел, хотя бы порыскался немного. Ями бегает, вот блин, девочки. Правильно стреляет по мне, зачем его убивать? Значит, он сам выбирает, какой удар. Рубящий или колющий. Любопытно. В принципе, это задание выполнять не надо, но вот это отстойно, конечно. Даже в дом зайти не могу. Ужас какой. М-да.
Даже в дом, слушай, не зайти. Да, надо будет по этой его прочитать. Что-то, где мое место смерти? Мне ж вон туда надо бежать. Что я делаю? Ну, по карте очень неудобно осматриваться, сразу скажу. Это просто ужас какой-то. Да. Так, я здесь смогу спуститься нормально или нет? Так, пробую. Деревья все рубить нельзя. Можно добывать только определенные, блин, деревяшки. Ну, я не знаю даже. Но карта, кстати, довольно большая, как ни крути. Хотя на самом деле нет, она мизерная. Так, мне надо как-то еще вот эту хренотень все разделать. Вот столько банок много. Травок пособирать, ничего, да? Ладно, давай попрактикуемся с луком. Я лук-то для чего качал? Мне он нужен для охоты. Я что-то пытался коснуть, я что-то так не понял. Пинок добывается. А, ты человек, блин. Жалько, я думал медведя. Так вам как забраться-то? Никак.
Так, кстати, что еще за хренотень тут такая? Да, что поесть? Так, здравствуйте. Дяденька, вы что-то как-то хреновасто выглядите. Так, давай попробуем добежать тогда до точки, которая мне нужна. Как это сделать, я до сих пор ехать не могу, блин. Тут очень ужасно неудобный интерфейс. Ну, ладно, надо по игре, собственно, почитать. Немного посмотреть. Я, пожалуй, на этом, народ, сейчас серию закончу. Надо все-таки поподробнее узнать, что тут насчет этого PvP. И такое впечатление сказалось, будто тут фулл PvP. Если это так, ну, игра чисто на любителя, так тебе скажу. Здесь прокачиваться потом, чтобы тебя обнесли. Да и... как-то неохота, знаешь ли.